Не ошибаюсь. Не знаю, какие фуги. Питер, как у меня. А где твоя кузеня? А? Где твоя кузеня? Я отдал вообще-то. Ее Максиму. Подарил? Нет, на полгода подарил, попользоваться. Нормально это вообще. Может, поделишься трансляцией? Нет. Ну, блядь, ну давай, окей. Не поздно, Стас? Нет, что, я поделюсь. Тебя никто не будет слушать. Да, слишком поздно? Да. А у меня было 1000 человек, вообще-то. Ну ладно, ладно. Так. В принципе, 5 человек это большое количество. Так что, запускать? Так я запустил уже. Давай. Как тебя найти? Стас Левин или Станислав? My name is Kilger. Блять. My name is KLGR. Можешь я свет включить себе, блядь? Да, конечно. Ты посмотри, что он не включен, блядь. Я знаю. И он пониже сделает. Ты уже знаешь. Да, да, я знаю. Как надо ебаник себе светить. Йоу. Достаточно. Да, да, фигня делаешь. Еще бы. Неожиданность, да? Да. Слишком ярко. Нормально. Слишком естественно, и полу блестит. Да полу блестит, ебало. Половина блестит. А тут есть датчики, где просто подальше. Крутилка, не, стой, остановь, как было. Стоп, да. Стой. Там крутилка сбоку. Здорово. Стас, ты, блядь, будешь, блядь, намазывать ебало свое. И оба отлично, да? Да, КЛГР. Как называется, как называется? Называется Версус, Ларин, Хованский. Блин, неудобно. Да. Охуел так меня писать. Как? Капсом надо. Шучу. Дебил, что ли? Все? Да. Да, я поделюсь. Я сам хочу поделиться. Да, делись. А что мне делать, если я плохо вижу текст, да? Вот, но надо сохранять дальность определенную. Еще мне здесь делюсь, Питер? Да. 7 человек. Охуеть. Да. Все замыли. Тихо, Питер. Что я сделал? Мне кажется, замечательная идея. Всем привет, с вами Станислав Килгер. И хотел бы поделиться вообще мыслями по поводу прошедшего Версуса, Версуса Ларин Хованский. Потому что это событие, ну, сами понимаете, довольно значимое. И из первых уст его услышать, я думаю, вам бы хотелось. Ларин, я не знаю, когда он сделает анонс, вообще результаты, наверное, после официального, ну, как говорится, ответа от Версуса. Я же, не раскрывая никаких результатов, скажу лишь одно. Версус действительно был максимально крутой, и я не на стороне Ларина, не на стороне Хованского в данном случае. Просто в итоге это вышло намного круче, чем у большинства тамошних рэперов, даже где-то на уровне Оксимирона и Джонни Боя. Неизвестно, кто, правда, был Джонни Боем опущенным, потому что для меня противники были равны. Было интересно, и
На самом деле было круто. Было очень много блогеров, было фриков много, были Рака Макафон. Но это не важно, кому, блядь, они интересны, когда такое действие, да, происходит. Вот. Что еще хочется сказать, это текста у обоих были очень крутые, подача тоже зашкаливала. В общем, из минусов, что побывав на Версусе, я в этом самом баре, я понял, что здание очень маленькое и не такое уж уютное. Нас всех запустили с челядью какой-то, блядь, которая билеты купила, да, там были Харитонов, Закиров, то есть элита сплошная. И нас со всеми остальными запустили туда внутрь и... Момент был неприятный в том, что мы вначале стояли даже не возле сцены, мы стояли где-то сзади, там нас не было практически видно, что, безусловно, как бы для меня важно, мне хотелось побывать в первых рядах, посмотреть в лицо Хованского, возможно, подизморалить его максимально, потому что отчасти это была моя задача, мне хотелось, да, хотелось это сделать. Вот, но кроме этого всего... того, что мы стояли, блядь, на самом дальнем практически рубеже, мы еще стояли все в куртках, то есть максимально было жарко, некомфортно, и что-то слушать, еще эти лампы накалывания были, как вот такая вот, только в несколько раз мощнее, еще слепят. Вот, в общем, я думаю, результаты появятся официальные и видео само в ближайшее время, потому что там какие-то версусы еще отменили, вот, буквально, я думаю, в течение 2-3 дней, потому что многие уроды, завистливые вообще мрази, они уже слили в некоторых местах результаты, да, на каких-то ламповых пабликах. Так что это печально, печально. Вот. Какие-нибудь вопросы, может, там есть? У меня, к сожалению, плохое зрение, поэтому я не могу почитать. Не верю, что Хованский... Так, значит, гомункул Хован... Сложно читать, серьезно, я к такому говну не привык. Да, но в основном болеют все за Ларина. Да, Ларин все равно лучший. Я что хочу сказать, что на сравнение... И что было типично для обоих, то Ларин, например, у него текст был максимально прозаичный, интересный, такой, ну, действительно, интеллектуальный, да, что ему свойственно. А Хованский, блядь, визжал как шлюшка, визжал как свинья, постоянно всех подбадривая, ну... привлекая к себе внимание, и знаете, с учетом того, что он в этой тусовке постоянно варится, так как он завсегдатай того же Версуса, ощущалась некая ангажированность, то есть люди постоянно, даже на самую жалкую, даже на самую хуевую шутку они кричали, и больше всего меня выбесил Илья Стрекаловский, блядь, ненавижу его, за счет того, что он... кричал, да. Во-первых, он загораживал гения Закирова своей массой, тушкой, а во-вторых, потому что, ну, кричал. То есть мы такие скромненькие андеграундщики, конечно, в этом плане немножко проебались, потому что поддержка должна была быть сильнее. Но что поделать, мы люди скромные. Я даже не могу представить, чтобы Закиров там ух-ух-ух кричал. То есть, вот. Так, какие вопросы? Кто в судьях был? Кто в судьях был? Честно, буду откровенен, я не знаю никого из той тусовки. Был какой-то чувак, у которого паблик, АБВГДейка или как-то азбука АБВ, я не знаю. Потом какой-то рэпер, которого, как говорят, многие уважают. Ну и еще какие-то люди, извиняюсь, я их не знаю. Ну а зачем мне оно надо? Так, как было вообще судейство? Судейство, как я уже сказал, было ангажированное, потому что к Хованскому там относятся более лояльно. Он тип свой, а Ларина хотели, я думаю, изначально захуесосить, и это было понятно по
по крикам, да, как я уже сказал, на средненькие шутки от Хованского. Ну что ж, что ж, результат, я думаю, вы узнаете скоро. В любом случае было интересно, что еще, какие вопросы. Так, тату вместе с пиши вер... опиши версу с тремя словами. Круто, жарко. Стрекаловский мразь. Пускай четыре будет слова, но, в принципе, они олицетворяют весь версус. Так, Ларин обещал импровизацию. Она была. Да, это было интересно, когда, например, Хованский говорил какой-то текст, чтобы его унизить, чтобы его как-то задеть. В следующем раунде Ларин брал и отвечал, ну, на это, и было очень круто. То есть самое еще забавное это когда первый выступал Ларин, второй как раз Хованский, и Хованский начал свой текст абсолютно с полнейшей херни, там про какие-то пирамиды. То есть, ну, он не попал в текст, он не угадал о том, что будет первый раунд, в чем сказано. Ну, соответственно, это было забавно, все заржали. Я не понимаю, почему не снизили ему балл, ведь это как бы проеб чистой воды. Вот. Что тут еще? Не успеваю, больной. Смотри на экран. Гомункул. Был ли фристайл? Да, был фристайл, но не такой, какой ожидался. Но в любом случае фристайл дело сложное. И они же не рэперы, зачем им фристайлить, да? Хотя, если подумать, то тот же якобы самый крутой фристайлер России Noize MC на последнем своем фристайле жестко обосрался, поэтому неизвестно, вообще прокатывает ли фристайл и нужен ли он. Так, индус был на батле, да, какой-то индус был, и еще парочка черных людей. Так, что еще? Так, в целом Версус на уровне был. Версус, как я уже говорил, был на высочайшем уровне, где-то на уровне Джонни Боя и Оксимирона. Я серьезно, я не пизжу, это было очень круто. По крайней мере, то, что я смотрел на Ютубе, это вообще несравнимо. Как-то некоторые мямлили, там некоторые что-то, какие-то рифмы выдавали средненькие. Вот, это было очень круто, серьезно. Неизвестно мне еще, мог ли Хованский с его разумом, с его интеллектом и, что более объективно, занятостью текущей, написать этот текст. Мне кажется, ему кто-то написал. Ну, хер его знает, пускай это останется на его совести. Вот. Так, а что еще, какие? Т-т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 -обидно. Как думаете, блин, не успеваюсь. Так, Черников. Почему не выкладывают в сеть? Потому что еще не смонтировано. Так, Хованна, охота Ларина. У Хованского IQ плюс 130. Еще неизвестно. Так, весь вертус ему. Миллион побьют по просмотрам. Я думаю, там будет как минимум 1,5 миллионов. Вот, потому что событие все-таки значимое, интересное, и как минимум там 1 миллион придет с Хованского, 1 миллион с Ларина, и все остальные просмотры разрастутся в геометрической прогрессии. Ну, хер его знает, посмотрим. Так, про мамку было очень много шуток. Серьезно, что с одной стороны, что с другой, и все они были забавные. Так, вот почему тут писать могу. Просто в его слили. Так, что еще? Я вот так вот.